городские работники, от всей души выражаем вам слова благодарности за ваш непосильный труд и за готовность всегда прийти на помощь своим пациентам, за бессонные смены, за отверженность и отвагу. Пусть здоровье никогда не подводит, счастья и любви в вашу жизнь, светлого будущего, признания среди коллег и народа. С Днем медицинского работника! Слово для поздравления предоставляется главе муниципального района Ботлинский район Руслану Супяновичу Гамзатову. Дорогие друзья, позвольте мне от каждого жителя района, конечно, в первую очередь от себя, вот сердечно поздравить вас, хоть и с прошедшим, но этим замечательным праздником. Вот, так же, как и 8 марта, говорят, женский праздник. Вот, каждый день в жизни должен быть посвящен не только женщинам, но и медикам, да, в целом. Так что, тем более... Вы сколько раз уже демонстрировали то, что вы, как никто, достойны быть самыми уважаемыми, самыми почетными, вот, и теми, кого ценят больше всех. И педагог, и медицинские работники – это вот особая категория, на которых мы всегда равняемся, которыми я лично у себя в районе горжусь. И тем более есть за что неоднократно демонстрировали. Чаще всего в женских руках вот эта жизнь. И создаете вы эту жизнь, и храните, и здоровье, и все лучшее, вот Всевышний собрал вас, и теплоту человеческую, и профессионализм, и, конечно, заслуженную любовь жителей нашего района. На многое закрываете глаза, несмотря на то, что вот так порой мы, пациенты, бываем неблагодарны, вы своей мудростью демонстрируете, что вы выше всего этого, и что вы достойны этого высокого вот, святого призвания быть медицинским работником, за что вам огромное спасибо. Спасибо вам за такое доброе отношение, за теплоту, за понимание, за то, что вы всегда рядом с нами больными, какими бы мы далеко не идеальными не оставались. Спасибо, низкий вам поклон, обнимаю всех вас, и пусть каждый день вашей жизни будет праздничным. И желаю вам искренне, вот, чтобы у вас больница пустовала, чтобы все были здоровы. Но если придется лечить, мы знаем, вы вылечите лучше любого. Прикосновение вашей теплой руки многие болезни лечат. Начиная с главного врача и заканчивая санитаркой, огромное спасибо за отношение к нам, за терпение и дальнейших всем нам, наверное, успехов. За многолетний добросовестный труд в области здравоохранения, достигнутые успехи в работе и в честь празднования Дня медицинского работника наградить почетной грамотой муниципального района Ботлинский район Алиеву Халимат Магомед Рашидовну, акушера-гинеколога. هم شنا به خط زگه خطون هم نجای همورا عدب است.
кина дега кудия баркала. Асагит хуа хан, нижет аса, нижет халту хави, нижет засагит хуа на. Коча ги сик амги чанги жо кола халту да. Цинги нужд аса хуа кинал го нижет аса. Администрация аса ги кудия баркала муго, хадин ниш кудо хари ясу. Аллах сахит леген уже, роха ген уже, тимела засаги, рука засаги. Нижер галар шо сагит леген кудия сахи, рохел, хадин ниш кудо хари ясу.